гуляют по магазину и вернутся на выступление Урганта и Ёлки. Какой же дурак сейчас пойдет гулять по магазину-то, а? После самое оно. Как у вас настроение? Какие фотосессии? Слушайте, хотя бы по рублю бы за фотографию, я мог бы и не работать, честное слово. Но я вам хочу сказать, что мы сейчас делаем буквально маленькую паузу для того, чтобы подготовить сценическую площадку для выступления следующего артиста, которого вы все прекрасно знаете, любите, уважаете. Это самое ценное, когда к артисту относятся именно таким образом. И мы продолжим нашу прекрасную вакханалию, которая называется «Репетиция встречи нового 2014 года в Райтинг Плаза». Мы сейчас врубаем громко музыку, ну, минут на пять. Вы танцуете, правильно, девочка? Вы рано присели, честно говоря. Вот. Вы танцуете, подготавливаете свои тела к новогоднему столу, потому что много будем есть всего и сразу, и очень вредного. Вот. Ну, а для того, чтобы все было хорошо, все это будет безопасно, я надеюсь, и недолго. Поэтому 5 минут дискотека, готовим сцену, и я с радостью объявлю о следующем подарке. Согласны?